Всем привет, друзья! Мы на канале Борис Пранк. Сегодня вы увидите необычный пранк, в котором я приглашу девушку на свидание. Но это будет необычное свидание, потому что я буду вести себя как конченый идиот. В общем, посмотрим, как долго она продержится в моей компании. Погнали! Короче, девушка уже приехала к метро, у нас ничего не готово, у меня все валится из рук. Где нож? Оля? Привет! Ну, поздравляю тебя. Спасибо, со сдачей зачета, это тебе. Спасибо. Пойдем прогуляемся. Пойдем, да. Я думаю, в парк. Обалдеть. Та-дам! На таких случаях сказать. Так, присаживайся. Для меня. Вау. Я прям просто могу. Подожди. Угощайся. Так, конфетки. И у нас еще тульский пряник. Сникерс. Сегодня не время худеть. Сегодня мы что делаем? Отмечаем. Тархун, конечно, это же лучший лимонад, согласна? А я буду вам так не делать. Да, ну попробуешь. За окончание третьего курса. Всего. Поздравляю. Ура. Буду бегать? Вспоминать бланки. По десятке бегаю. По десятке? Ну, конечно, с отдыхом, со всеми делами. Фига ты. Но я стараюсь. У вас, кстати, в семье никто магией не занимается? У нас какое-то проклятие родовое, я не знаю. Женщины умирают все. От чего? Кто от чего? Папа вот поженился на маме. 3 года они прожили, я родился, и все, маму забрало. И также у его папы было, и у его дедушки. Несчастный случай или какая-то болезнь, или... Ну, ты не боишься? Не, ну страшно, когда такое говорят. Это еще, конечно. Ну, у нас-то все по-другому будет. Я надеюсь. Ну, если будет, конечно. Там видно будет. Че, в доминошку? Ну, давай, я не помню, как играть. Чтоб ты не подумала, что этот намешал что-то. Все мои друзья мухлюют, поэтому подозревают вы меня. Вы часто играете с друзьями в домино? Да, в домино вообще постоянно режемся. В нарды. Я когда в тюряге сидел, они постоянно там только в это и играли. Казахстанская сложная. Не, я реально год сидел. Я не говорил тебе? Нет? Но меня там, считай, подставили. Если честно, не особо люблю вспоминать. Ну, да. Ты сказал, будет странно, если я скажу, а, да? Ну ладно. Я вообще копов не люблю. Они все время что-то хотят. Я когда копов вижу, у меня зрачок, да, увеличивается сразу же. Подрались с человеком, я его немножечко осадил, а он оказался подмазанный. И все, и меня взяли в оборот потом. Да. Так, ну что дальше делать? Я не помню. У тебя какая самая маленькая пара? Самая маленькая 4. Ага. Так, у меня есть пусто-пусто. Я хожу, получается. Самое лучшее. Мне, кстати, иногда память отшибает. Если я вдруг что-то не по теме начну говорить, ты это, не шугайся. Я через пару минут в себя возвращаюсь. Ну как вот, я не знаю, раз, и типа я не пойму, где я, что вообще происходит, да, кто эти люди. Вот, это быстро проходит, мне по башке просто в тюряге треснули разочек, вот и пошло. Ничего страшного, я умею. Ага, неплохой ход. А и что если вот так? Опа. Блин. Просто. Я в шоке.
я вырываюсь вперед. Троечка. Пятерка. Ой. Извини. Все. Выиграл. Ну что, я пока это... Развожусь. Опа. Чтобы нам не было это жестко, я еще взял матрас. Так что ты это смотри, если что, можно и в Колтыш это не ехать, я сегодня тут переночую. Опа. Так, а чё мы, как эти, без музыки-то, я не понимаю. Да слушай, ну не надо. Так мы не громко. Вот так, не громко, нормально. Если, кстати, на тебя собака нападает, хватаешь за морду и выдавливаешь глаза. Фу, может, махнёмся на время? Может, немного качнёшь? Да слушай, ну, давай добьём. Красота. Романтик. А ты танцуешь? Я раньше танцевала. Может, танцуем? Ой, ну давай. Я вижу, ты хочешь, просто стесняешься немножко. Я-то танцор еще тот. Особенно, когда поддатый. Если бы я был пьяный сейчас, я бы... Давай. Ничего, сейчас попозже. Надо докачать. А ты точно бегаешь 10 километров? Угу. Серьезно? Тебе показать? Ну давай, ну ты нет, покажи, вот ты качни, например, у тебя сила же наверняка есть в ногах. Ну вот, и отпускаешь, он обратно накачивается и еще раз. Я знаю. Ну поможешь чуть-чуть-то. Зачем тебе его накачивать вообще? Я его в палатку засуну. А. Он идеально полностью заполняет все дно, и в палатке прикольно. Просто лакшери. Отель просто дорогой. Да, вау. Все. Так ты же на велике катаешься, что ты? Опа. Ну ладно, я покачаю. Да. Думал, просто ты сидишь, а я сзади стою, качаю. Вместе бы покачали. Хорошо. Ну вот, смотри. Прикольно. Красота. Я тебе чуть этого отлил. Давай это, на брудершафт выпьем. Ой, давай, да давай, раз да ты, чё ты? Да чё стесняться? Давай. Да не надо. Давай. Ну, пожалуйста, один раз. Ну чё, господи, Оля, не бойся. Ничего не будет. Давай, вот так, оп. Вот, и все, а ты боялась. Короче, Лысый сказал, не трогать его. А если еще раз залупаться будут вместе со своими евдокинскими, в морду одному. Ёб, прям показательно при всех. На крайняк я с этим, с боссом поговорю. А ты, кстати, это умеешь? У тебя руки хорошие? Нет. Ну, массаж делаешь вообще? Рельсы, рельсы профессионально очень. Ага. Тату делаю. Ему нравится. Ну, пойдет. Солнце-то уже садится. Сколько время? Ого, тебе через полчаса уже надо ехать. Ну, мы тогда и не успеем. Давай это, поваляемся хоть немного. Ой, а, ну это просто чехол. Да. Все. Ну, я усела. Угу. Не, лечь я тут не лягу. Я просто в бездну упаду. Тебя потом не подымешь, да? Да, потом не встану. Потом будет лень. Мне нужно пробежать десятку. Сегодня железно. Сегодня?
Да ладно, ты что, какую десятку? На, вон, конфетку еще одну возьми. Может, селфач? Ну, пожалуйста, нет. Ну, ты можешь тогда очки надеть? И палец можешь вот так показать? Что типа у нас ништяк, все, тусуем. О, огонь. Ты что ты с этими фотками будешь делать? Может, в инсту выложу. В сторис. Какой трек. То, что надо как раз. Да, вообще. Ты уходишь уже? Ну, надо, слушай, все обсудить, думала, тогда. В плане обсудить. Ну, мы будем встречаться. Ну, мы почти не знакомы, я так не могу сказать тебе. Я же проявил себя. Сори. Оля. Чего? Посмотри на меня. Вытяни тоже так мизинец. Господи, надо что-то обещать и извиняться. Давай, держись. Не, не буду обещать. Обхватываемся мизинцами. Так, еще. И клянемся до конца жизни. Все. Любить друг друга, нет? Конечно. Можем общаться, типа, просто. Что-то спугнул я тебя, да, походу? О. Конфеточку. Нет, последнюю. Ну, ты десятку сегодня пробежишь, все равно. Ну, ладно, хорошо. Договорились. Ага. Я понимаю. Сложно, да, свою жизнь со мной связать. Но это не сразу приходит, у девушек, понимаю. Поэтому будем дружить. А там видно будет. Ну, дети появятся, уже никуда не денешься. Я не хочу тебе ложную надежду давать или вообще какую-либо надежду. Я сегодня бате все скажу. В смысле? Ты мне подходишь. Ну, расскажу, что девушку себе нашел. Серьезно? Ты расскажешь папе, что ты нашел девушку? Да, он уже давно мне про детей спрашивает. Семья-то зачем создается? Чтобы человек от тебя никуда не убежал. Ребенок родился, все, без вариантов, никуда не денешься. А да, любовь, это все прикладывается. Колечко. Ладно, колечко пока рано. Ну, я рад, что у нас все гладко так прошло, вот этот разговор. Я, честно говоря, переживал. Я все нормально. Очень переживаю сейчас, потому что, ну, я прям максимальный ребенок, и я более чем не готова к отношениям. Я очень в шоке, правда. Нет, давай, ну, правда, я тебе скажу, что, ну, прям более чем, наверное, железно нет, потому что слишком разные, я банально, я не готова к семье, я не готова к детям, я вообще ни к чему не готова, у меня голос даже дрожит, а у меня в принципе такое редко происходит. Да? Забегать вперед не будем. Нет, на первом свидании тоже подняла тему, хотя бы хоть это время должно пройти, а ты что, куда там? Ну, я, да. Правильно? Да, ну, все. Да. Ну, типа отношения, семья. Блин, правда, батя так обрадуется. Пожалуйста, не обижайся. Да нет, все нормально. Это прям все дело очень, ну, вот, как бы я, правда, я боюсь вот последствий, знаешь, типа, я тебе сказала, как есть, я даже никаких ничего последствий. Не все. Что, ты остаешься? Не, или... пошла мне. А, ты с осадочком, да, как будто расходимся, надо как-то тебя обрадовать. Нет, в конце. Все нормально. Так, тульский пряник давай. Нет, все-таки. Не, правда, я тебе... Тархун остатки. Я не отошла еще от всего, пожалуйста. Так, Оля. Где там миш? Это тебе. Держи. Офигеть. Все, он твой. Должен тебе кое в чем признаться. Смотри вон туда. Это что, пранк? И вон туда. Блин. Я, конечно же, не из такой, не из тюрьмы. Можно это не снимать? Мои подружки на низком старте все снимают. Ты уже сказал, вытаскивайте меня, да? Я уже такое говорю, какой-то бандит. Все, девочки, чтоб я на свиданку могла. Это был пранк, подошел человек. Снимают, как я ржу на весь пар. Буду рассказывать детям, внукам. Возможно, даже с этим человеком. Ладно. Все закончилось? Да, все закончилось. Что, ставьте лайки, подписывайтесь. Что нужно, кстати, слушать сказать?